отношению к чему вы можете испытывать страх? Страх? Да. Да что ж уж мне бояться-то? Мне бояться нечего уже. Когда я очень боялся потерять театр, вот, понимаете, да, а теперь я в этом смысле неприкасаемый. Кто? Почему? Вы кончаете спектакль, зрителю поете концовку. Зрителю! Единственное место в театре, где не слышно крика Гончарова, это его собственный кабинет за двойной дверью. Сейчас человек, которому через несколько дней исполнится 80 лет, находится в репетиционном зале. Репетирует, ну, в общем, где положено быть командиру, впереди на лихом коне. Не только у актера, но и у каждого человека театра, и особенно у режиссера, есть свое амплуа. Амплуа Гончарова известно всем. Злодей. Конечно же, злодей. Да ну это все чушь! Это все чушь! Где это? Не еду, уже сказали, что вы ехали! Я с утра хотел поехать, я с цыганами... Хотел? Так, проститутка. Скажите девочкам, ну почему я должен говорить? Еще подумают, что я... Могут они без бюстгальтера? И это тоже без бюстгальтера? И не нужен он совершенно. И одна на одну половину. У нас нету ни душа. У нас нету санитарных условий для того, чтобы каждый день смывать. То, что вы сейчас видите, это мое представление о Гончарове до нашего знакомства. Как мне рассказывали многие милые люди. И я твердо усвоил, что с ним можно чувствовать себя совершенно спокойно. Полной безопасности, без всяких там неожиданностей. Можно беседовать, элегантно шутить, наслаждаясь неторопливым течением мысли умудренного собеседника. Ну, что говорить, известно, что милые люди, вот они-то понимают все, кроме надобности театра.
И тогда я понял, что это единственный на свете режиссер, который не сам мечтает понравиться, а чтобы понравились его спектакли. Только одними удавками войну не выиграешь. За что ты, мировой зверь, порезал солдат на перекопе? Впрочем, тебе попался один человек, женщина. Пожалела на удавленных только всего, но мимо тебя не проскочишь. Не проскочишь, ты сразу цап человека и в мешок. Вот посиди, вот ужди здесь на своей табуретке. Но ты же сбежишь в Константинополь. Ты ведь храбер только женщин вешать. Да слесарей! Ты ошибаешься, солдат. Я на Чангарскую гать с музыкой ходил, на гате дважды ранен. А все губернии плюют на твою музыку. На малиновый звон благовеста отзовется душа бубенцом. Не грусти, не печалься, невеста. Все грехи нам простят под венцом. Ах, вот, виват! Виват, Фредерик! Пускай кто-то орёт. Что? 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 Ну, увидела! В ночах! Абсолютно в натяжку. Ничего никакого чуть-чуть. Он кричит всю свою жизнь, по-моему. И мне кажется, что он, что это для него даже как бы полезно. Он даже как бы с медицинской точки зрения даже для него это полезно. Это как бы разрабатывает его, ну, как меха. Кричал на репетиции, то он сказал, я не понимаю. Почему вы ничего не делаете то, что я вам говорю, то, что я прошу? Может быть, я тихо разговариваю, все рухнули бы. Он медленно поворачивается и говорит, а я никогда ни на кого не кричу. И все. Вот это Андрей Александрович. Все говорят, я кричу на репетиции. А я кричу не потому, что мне хочется кого-то обидеть или оскорбить, нет. Закон физики есть, если человек находится в состоянии покоя, я имею в виду артиста, то нужна какая-то сила, которая выведет его из этого состояния. Вот он, говорят, кричит, и слышно, как он кричит. Я всегда говорю, кричит, значит, жив, пусть кричит. Потому что, когда человек кричит, значит, что-то у него болит. Значит, он как бы функционирует, пусть кричит. Вот когда замолчит, тогда будет страшно. К Ленину тебя посыланием, помни, скажешь Ленину наказ. Один наказ, второй наказ, третий. Завертелось. Пошла. Ну как, Санчо, нравится тебе наша высокая стезя? Очень. Странно, ваши милые, что по нашей высокой стезе гоняют коров. Уж очень немного коровьих лепешек. Друг мой, вид местности, так же, как и оценка женской красоты, зависит прежде всего от нашего взгляда на эти вещи. Минуточку, и ты увидишь величайшие чудеса. Чудо театра Гончарова – это воспитанная им плеяда блистательных актрис. Но они совсем особенные. Он испытывает постоянно личность на прочность, стремится вызвать сопротивление. Вот они и могут за себя постоять и на сцене, и в жизни. Они могут играть взбалмошных, капризных, страстных, азартных, ревнующих женщин, но всегда сильных, способных на иронию и сопротивление в самых невозможных обстоятельствах. Тургеневских барышень среди них нет. Мне кажется,
кажется, что он не любит слабых людей. Вот не бей лежачего, да? В театре бьют лежачего. Вот споткнись, упади и все. Мне кажется, что он любит сильных людей. Я выходила, нахально делала все, что я хотела. Просто ужас потом разнахалилась до такой степени, что, по-моему, он сам опешил. И он, в конце концов, мне сказал из зала, вы все делаете неправильно, вы все делаете не так, все. Но так интересно, что я вас оставлю в покое. Ну ведь не играете вы ни хрена! Вы так боролись храбро, что одолели не одних врагов. Ну. Петрица! Иду! За дверь! Иду! Да, ну что такое, а? Чего? Я крикнула иду. Да не слышу я этого. Потому что вы пролили. Да нет! Она далеко! Она! Я чувствовала себя сразу, я не знаю, как бойцом, борцом, партнером. Что-то такое воинство. Мне нужно было сразу взять шпагу и отвечать. Для чего вы лазарили Зарыч по-французски, не разговариваете? Потому что нам нет для чего счастливить, Олимпиада Самсоновна. Покажите такое благоволение. На колени прикажите встать. Встаньте! Нет, ну жилетка на вас какая-то скверная. Жилетку Тишки. Себе новую в Кузнецком мосту закажем, только не погубить. Да нет, Лазарь Елизарыч, дайте мне подумать. Ты что думать, ты что думаешь? А что это, ты не думал, что ли? Не думал, что не думал. Лазарь Елизарыч, а вы знаете что? Что прикажешь? Вы увезите меня потихоньку. Ну, а зачем потихоньку, когда родители так согласны? Ну, я не знаю, так, в общем, все всегда делают, ну, поэтому... Не хотите потихоньку? Пожалуй, так. А вы знаете что? Вот очень интересно. Андрей Александрович, когда к нему поступил, он мне сказал, не мне сказал, нам сказал, вот курсу всему, который он сказал, вот вы имеете в виду, что вот все, что вы из себя в жизни представляете, вот то вы из себя и будете представлять на сцене. Я как человек тогда наивный решил написать заявление об уходе, потому что мне показалось, что я обладаю такими погаными качествами, что мне на сцену никак нельзя выходить. Слава богу, меня отговорили. Но, вы знаете, это как-то запало, и я вообще с этим совершенно согласен. Я порядочный человек и имею право оставаться самим собой. Сегодня элементарная порядочность стала признаком интеллигентности. Но многие еще живут по вашим принципам, Сергей. Одно говорят, другое думают, третье делают. Вы не можете меня судить, Кутузов. Вы мне не судья. От всей вашей жизни, Самгин, останется только одна фраза. А был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было? А был ли мальчик? Может быть, мальчика-то не было! Вечно меня заставляли на стул встать, влезть, да, и читать что-нибудь, как я говорил, с выражением и без выражения. Не только атмосферой театральной в доме я обязан тем, что я пошел на режиссерский факультет. Нет, я хотел быть всегда рядом со своей будущей супругой Верой Николаевной Жуковской, которая была в этой детской группе. Значит, мне 6, а ей 4 года. Вот с тех пор я каким-то образом все время себя чувствовал в плену ее обаяния и всю жизнь старался быть с ней вместе. Алсия,
Гончаров необыкновенно постоянный, верный человек. Если любовь, то с детства и на всю жизнь. Если мечта работать в театре революции, то он будет работать в этом театре, и вот уже 30 лет возглавляет этот театр. Если когда-то легли на сердце и понравились мелодии в спектакле «Дети Ванюшина», то потом эти музыкальные темы, мелодии перейдут в спектакль «Жертва века». Даже музыкальный мир у него очень постоянен и един. Это постоянство его характера помогло театру Маяковского выстоять в самые трудные годы. В эпоху, когда уходила в бездну Атлантида СССР, во времена перестройки, когда многие театры разделялись, изменялись, этот театр выстоял. Родившись под Зарайском, Гончаров прожил всю жизнь в Москве. Вместе с Московским драматическим театром переехал с Бауманской на Малую Бронную. И с тех пор вся его жизнь проходит вокруг Никитских ворот. Живет здесь же, на Бронной, где жил и друг его юности Александр Галич. Все-таки главное качество Гончарова – это его фантастическое, гипертрофированное, тотальное постоянство. Но потом через площадь в театр Маяковского и тут же ГИТИС. Дружба с Наташей Кучеевской, будущим героем-снайпером. Вот год его рождения, 1918. Старый мир еще не уничтожен полностью, и стайки вечно любопытных мальчишек несутся за трамваями. Стоят дома, которые мог видеть его любимый Островский. Театр Маяковского, 67-й. Вокруг властвует коллективизм и происходит повсеместное уравнивание жизни. Все должны быть равны, похожи, никто не должен выделяться. Все ходили тогда с авоськами. Деньги были, товаров нет, авось случайно наткнешься. Если вы мне откажете, вы будете причиной моей гибели. Вы будете моим злодеем, я прокляну вас. Сядьте, пожалуйста, каким злодеем? Злодеем? А? Много нужно-то. Ой, 6 тысяч. Андрей Александрович, у вас сейчас при себе есть деньги какие-то? Есть. А сколько примерно? Много. Скажите, пожалуйста, а вот у вас в каждом спектакле, я смотрю много сейчас, появляются деньги. Просто физически. Да. Вокруг них происходит какое-то кружение, события, нервы, герой. Вы придаете им какое-то особое, серьезное значение? Да, почти да, да, придаю. Да. Я первый в театре замечательно в этом разобрался, Островский. Да, у него всегда в пьесах, вы знаете, деньги и любовь. С неистовостью классицистов, всю жизнь соотносивших долг и чувства, Гончаров изучает чувство и корысть, цену поступкам. Ему интересны границы, до которых простирается власть бешеных денег. Вчера водили в гавань пшеницу, кинулся я в контору деньги получать, а мне назад. Тут, говорят, молодой хозяин был, Бенчик, приказание дал, чтоб деньги в банк платить, на его квитанции.
Приказание дал. Приказание дал. Квитанции. Паша, кушайте вы фотку. Не берите вы в голову эти глупости. Либо вы, либо смерть. Любите меня! Вы хотите, чтобы я был крепок, здоров, честно, зарабатывал деньги? Деньги, конечно. Я молюсь вам и прошу вас, сделайтесь малей. Вы не такая, как все, вы особенная, вы прекрасная. Мне только увидеть его в глаза и в ум. Посмотри, какие у него глаза-то. Захотел он меня обидеть, да бог с ним. Я с него получу, я возьму деньги. Мои ведь все он взял, ведь как же мне. Здесь метафора. Взятка летит в дом. Влетает в дом взятка. Взятку не берут. Взятка летает, рвется в дом взятка, не берет. То, что очень мне дорого в театре, и что в этом театре, скажем, строилось 30 лет, на Малой Бронной 8 лет, вы понимаете, всякий раз разрушалось за счет вот этих денежных отношений, которые влезали в творческий процесс. Это ужасно. Понимаете, как только они приобретают приоритет в отношениях. А сегодня я вынужден считаться с необходимостью, скажем, моих артистов, не дай бог, они еще звезды. Вы понимаете, да, им надо, значит, поехать. Обязательно поехать. Вторник у нас выходной день. У меня всякий раз ощущение, что самолеты взлетают. Вы понимаете, с моей труппой. Да, с тем, чтобы прилететь в среду на репетицию. И далеко не всегда прилетают на эту репетицию. И даже мой любимый ученик и артист Леонов, которого начали терзать в кинематографе еще много лет тому назад, вы понимаете, я его дожидался для того, чтобы репетировать с ним Санчо Пансо, а он в это время вылезал откуда-нибудь от тигров или из цистерны, вы понимаете, в кинематографе. Мой хозяин Дон Кихот, защитник справедливости, гонитель зла, просит оказать гостеприимство. Машет злой колдун крылами, громко словно жерновами. Мелит он, что люди будто бы единым хлебом живы. Из-за него везде разлад и восстает на брата брат. Так защищайся, дух жратвы, обжорство и наживы. Ну я же говорил, я же говорил тебе. Козни моего врага. Бесстыжий колдун внушает людям, что не только хлебом единым живы, и больше ничем. Он хочет отнять у них розы, соловьиные песни, тоску влюбленных под тем предлогом, что всего этого не съесть, не выпить, а значит, это ничего не стоит. Теперь ты понял, Санчо, почему он в самый последний момент обернулся именно мельницей? Да я понял, я все понял. Но лучше не связываться с ним.
Вот зять ваш, Караська, что говорит? Без хлеба насущного нет духа научного. Внешне он иногда кажется очень как бы необустроенным бытовым человеком, то есть не умеющим решить какие-то вот такие простые бытовые вопросы, так кажется. И тем не менее, я мало назову вам людей, которые могли бы так точно слышать вот то, что происходит за стенами вот этого здания. И так точно чувствовать, что вот нужно зрителю. Эти его любимые фразы, там послать телеграмм в зрительный зал, у него есть такая фраза. Он знает, что нужно людям, и он их слышит. К застенчивым и немного таким тушующимся, немножечко таким непохожим на себя, как он в театре, я видела его дома. Вот когда дома, например, у него бываешь, или в гостях, или по каким-то там причинам, то он очень бывает такой трогательный, совсем не похож на себя, как он в театре. В облике одного человека можно вот в этом образе как бы представить себе, что такое театр. Потому что театр это что-то такое очень, очень разное. Что это не какое-то одно направление, которое там деспотично вам навязывают, не какая-нибудь идеологическая линия там. А это всегда или гром с ясного неба, или манны небесные. При всем своем тиранстве и деспотизме способен делать жесты, исполненные такого благородства и такой широты, которые как бы заставляют усомниться. Возможно, нужно писать о нем книгу, и каждая как бы глава будет отдельной какой-то книгой. Да, Гончаров это такая лавина, это джаз. Три десятилетия он работает в театре с особыми традициями. В самом названии нечто роковое, воинственное. Театр революции. Имена Мерхольд. В 43-м Московский театр драмы. В 54-м имени Маяковского. Во всем этом марш, ритм. Мощная фигура Хлопкова, пафос, сценические полотна. Гончаров в меру сил старался поддерживать величественную традицию театра. Гончаров служил в тех самых войсках, которые, на мой взгляд, близки ему по характеру, в кавалерийской разведке. И вот, придя с фронта, уже после ранений, он снимается в эпизодике в фильме «Кутузов», 43-й год. Интересно, что в этом же фильме в большой роли Барклая де Толли, и эту роль играет Николай Хлопков, тогдашний руководитель театра революции. Мог ли властный, мощный, суровый Хлопков подозревать или угадать в этом офицерике французском, скачущем на коне, будущего руководителя своего театра? И вот этот темперамент французского офицера, который подскакивает к Наполеону и что-то докладывает ему, передает какое-то важное известие от маршала, кажется, от маршала Нея, он остался у него на всю жизнь. Он так репетирует, он так конфликтует, он так скандалит, он так спорит, он так добивается истины, он так ошибается, он даже так плавает до горизонта, так что стоящие на берегу люди волнуются, куда он исчез и вернется ли. Он так живет наотмашь. Маршал Ней умоляет, Ваше Величество, нельзя терять ни минуты, нельзя терять ни минуты. Багратион перешел в наступление. Thank you.
Бабель, которого он тоже ставил, написал однажды: «Парни тащили девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах». Вот это вполне мир Гончарова, его героев буйных, плотских, орущих, дышащих, нерефлектирующих. Герои Гончарова всегда мужики, даже если бабы. Они сильные. Если летят в пропасть, то не сопротивляясь, не цепляясь, а сломя голову. Их сфера жизни – эмоция. Это когда задыхаться на бегу и подставлять лицо ливню. Эмоции и кровеносные сосуды у него, очевидно, располагаются все-таки поближе к кожному покрову. Иногда даже кажется, что он лишен кожного покрова. Что предпочтит? Что ты предпочитаешь лучше? Или иметь, так сказать, более сложную ситуацию с режиссером, но в результате выйти, так сказать, в пилотаж более высокий и интересный художественный, нежели, повторяюсь, так сказать, мягко, добро. И как он сам говорит, правильно, интересно, неинтересно. А правильно. Так вот, пусть будет неправильно, но интересно. Вот он неправильный весь, неправильный, но интересно. Я сказал: Андрей Александрович, вы знаете, ей-богу, ну что театр, все время театр, мы с вами люди. Давайте, ну смотрите, какие женщины ходят по Варшаве, в окно, из окна мы смотрелись. Ну посмотри, ну это же прелесть, он говорит. Да, вы правы, надо все это. А театр, это театр. Нет, ну вообще, я должен вам сказать, что если бы наши актрисы вот так же за собой следили, так они были... Почему бы, дружок, тебе не бросить свою археологию? Сравнил археологию. Археология — это ж наука, великая наука о прошлом. Партийная работа — это тоже наука. Это великая наука о будущем. Классика для него — дом родной. Лучшие свои спектакли Андрей Александрович Гончаров поставил по классическим произведениям. Поэтому в репертуаре Островский, Булгаков, Бабель, Найденов, Сервантес. Что касается современной драматургии, то чаще всего она была для Гончарова щитом от властей или сферой компромисса. Было вполне терпимо, когда он ставил Афанасия Солынского, который в силу небольшого драматургического дарования лишь обозначал или чаще имитировал проблемы окружающей жизни. В конце концов, и Фрост ставил «Радужный картон» пьес Розова, и Товстоногов баловался пьесками Жуховицкого. Но вот когда Гончаров ставил политические драмы политобозревателя Генриха Боровика, это было невыносимо. Со всей присущей ему страстью, почти латиноамериканской страстью, с язвительностью, склонностью к пародии, он боролся с империализмом. Актеры немилосердно фальшивили. Темы были ходульные и формальные. И это посреди зажатой, придушенной общественной жизни России. Надо сказать, что именно в эти годы, именно после этих спектаклей, большая часть замечательного зрителя, зрителя из либеральной интеллигенции, отвернулась от театра. А Гончаров всерьез считал, что он, таким образом, идя на компромисс, спасает театр, защищает его от произвола властей. Человек слаб, человек смертен, а живой человек, как говорится, со всячинкой. Поэтому несправедливо обвинять его за то, что он устал, хочет спать, раздражен неудачей. Все это так. Но эти мелочи не могут заслонить в нем главного. На режиссерскую индивидуальность Гончарова оказывают влияние как бы два полюса. С одной стороны, Охлопков, останавливавший репетицию свистком, советский товарищ Василий, размах, пафос, отзвук искания Мирхольда. А с другой — замечательный режиссер Лобанов, ненавидевший ложную героическую риторику. Героическую у него всегда через преодоление человеком своих слабостей. Алексей Дмитриевич Попов. Замечательный режиссер, учитель Гончарова. В 60 лет он преподает в ГИТИСе. Среди его учеников выдающиеся режиссеры Фоменко, Некрошус.
множество замечательных актеров, мастеров современной сцены. Он создает вокруг себя раскаленную атмосферу сталеплавильного цеха и выплавляется личностью. В ГИТСе в свое время, по моему глубокому убеждению, он собрал лучшую в мире кафедру режиссуры. Никогда еще столько блистательных мастеров театра не собирались для благородного педагогического дела. У нас еще лучший театр мира. Лучший театр у нас. А вообще, в принципе, драма уже, скажем, давно выкинута с Бродвея. Да национальные театры вряд ли у многих наций остались. Существуют какие-то островки вокруг Питера Брука, Питера Штайна, Стреллера. Но это не национальный театр. Раневская говорила: «Я такая старая, что еще помню порядочных людей». Гончаров помнит многих порядочных, талантливых и даже гениальных людей, которых сейчас и позабыли. Он видел людей такого масштаба, он видел людей такого дарования, он видел людей такого понимания и воплощения театра в 40-е и 50-е годы, что, возможно, я не говорил с ним на эту тему, ему представляется, да и мне грешным делом тоже, что 60-е годы, которые потом последовали с новыми театрами, новыми идеями, новыми художниками, новыми мастерами театра, это лишь небольшой выплеск той могучей силы, которая варилась в этом вулкане общественной жизни после фронта и после лагерей. Мне кажется, вот это ощущение масштаба ушедших людей и критерии, это те критерии, которыми Гончаров пользуется и сегодня, это то, что его постоянно мучит. Во всех его спектаклях неспроста есть лестница или хотя бы ступеньки. Думаю, здесь целая философия лестницы. Ему подсознательно неинтересны шаги по ровной поверхности. Ему нужны усилия, преодоление, падения, скачки, взлеты и падения кубарем. Герои Гончарова постоянно перемещаются вверх, вниз. Даже когда нет лестниц, взбираются на стулья или падают ниц. Непременный элемент стиля его спектаклей – сарказм, утрирование, жесткий гротеск, пародия, передразнивание. Его ироничность обретает пафос и становится силой, яростной агрессией, внутри которой все та же оскорбленная ирония. Она может вызвать и ответную язвительность. Недавно молодежная газета упрекнула 80-летнего режиссера в непомерном честолюбии. В его театре был обнаружен его же бюст. Для того, чтобы нам ставили бюсты, нам нужно как минимум умереть. Я думаю, что Гончаров, он не должен был серьезно отнестись к этой затее. Вот такое у меня ощущение, что когда он там говорил, что мне нужно поставить бюст, он где-то внутри себя проверял всех окружающих на определенную вшивость, насколько как бы они тонки или напрочь лишены чувства юмора. И мне кажется, что Гончаров вот здесь выиграл, потому что бюст ему все-таки поставили, а мне кажется, что сам он не может без юмора к этому относиться. Просто это такая одна из идиотических примет нашего времени, мне кажется. Вот заставь поставить бюст, и поставят бюст. Заставь там, скажут, надо осветить, приведут попа. Даже не лампочку на тебя направят, а просто приведут попа. Ну, таково наше время, и очень мне радостно, что Гончаров живет в этом времени и понимает
Весь, как бы, я не знаю, определенный, что ли, маразм, что ли, происходящего. Бюст фойе театра, которому отдано 30 лет жизни, все-таки не памятник. Зато приятно, что мраморные тротуарные звезды убогих тружеников эстрады не смущают молодежные газетные умы. Гончаров всегда яростно полемизировал с Эфросом. И вот, Ольга Михайловна, вы, Волков, легендарный директор Зайцев здесь. Вечер памяти Анатолия Васильевича проводится на этой сцене. Наполеон I, его спектакль тоже здесь. В чем дело? А вот поди, что знаешь, что вообще в жизни происходит. Поди, знай, Володя, это знать как бы нам не дано. А вот именно вот это вот, видимо, этой парадоксальностью, наверное, и славен, что ли, человек, что вот казалось бы, что он вот так, а потом раз и эдак. Никогда не проходит просто спокойная жизнь, благополучная, когда рядом стоит во главе очень мощная фигура. Жизнь может быть интересной, но она не может быть простой, спокойной, не трагичной. В основном она трагична. Человек, его жизнь, его судьбы, его биография, я думаю, что эта жизнь его личная, он человек, в общем, достаточно, ну, как бы закрытый. И я думаю, что его жизнь чрезвычайно непроста, как у всякого действительно большого мастера. И порой, думаю, трагично. Он не переносит индифферентности и такого, знаете, иждивенческого отношения к театру. Гончаров действительно крупнейшая фигура, это ясно. Не требует никаких доказательств. Он доказал это много раз. Но он был один, и сейчас он другой. Говорить о том, каким он был, или о том, как он сейчас, то, если говорить так всерьез, например, то это два разных человека. Хотя там очень много похожего. Потому что сейчас его репетиции, если честно, это сплошной ад. Нельзя на него. И я переставал скоро на него сердиться, потому что я понимал, что в его словах все равно содержится какая-то достаточно серьезная доля правды относительно меня, касающейся моих усилий, там, моих проповедей. То есть я как бы, ну, поворачивал претензии к себе самому. На него переставал сердиться, хотя, конечно, он бывал несправедлив ко мне. Я видела однажды, как он, даже слышала, как он сел, уставший, затихший, там продолжалось действие на сцене. И он сказал Вере Николаевне: ну что, я как будто бы все сделал. И она ему сказала: да, Андрей, ты сделал все. Он обладает каким-то даром, Гончаров, который с помощью формы приподнимает житие, что ли, человека. И человек к нему начинает жить у него на сцене, если мы возьмем, там, я не знаю, 10-градусную сетку пребывания человека в жизни, на сцене, в смысле, творческого человека, то у него не начинается никогда с нуля, у Гончарова. У него всегда как минимум 6. И он незамутненный и чистый человек. Он не терпит кабатинства, он не терпит пошлятины в театре и вообще такого дурновкусия, разлитого за кулисами. Так мне кажется. Так мне хочется видеть. В «Закате» Гончаров и Джигарханян взяли такую пронзительную высокую ноту. Это было прощанием с уходящей эпохой и трагическим осознанием пустяковости, пришедшей ей на смену жизни. Удивительная сила была в этом блистательном спектакле. Но почему-то казалось, что автор глубоко разочарован, несчастлив. Я прожил счастливую жизнь. Что? Я прожил, несмотря на все сложности и трудности,
Я прожил счастливую жизнь. Я любил. Это главный дар человека. Главный дар. У тебя осталось последние 3 патрона. Понимаете? Раз. Два. 3, и ты падаешь. Идет занавес. В фойе театра, которым он руководит уже 30 лет, стоят театральные макеты, висят фотографии сцен и спектаклей, портреты блистательных мастеров сцены давних времен, фотографии артистов, ныне выходящих на эту сцену, и даже тех, кто ушли от него, порой со своими обидами, в конфликте. Он пытается всех соединить с этим зданием, с этой сценой. Он пытается связать все эпохи. Он как бы держит нити разных времен в своих руках. Он не устает твердить: берегите традиции, русский психологический театр, берегите традиции. Возможно, это может и раздражать, особенно молодых. И все-таки стоит понять, что этот человек, может быть, в одиночку держит оборону и строит баррикады перед наступающими войсками беспамятства. На утро усталый человек стирает грифельную доску. Начинается новый спектакль. Очень трудно расстаться. Я гляжу на грандиозного, грохочущего старого мастера и не могу отделаться от мысли, что режиссура, родившаяся в начале 20 века, в конце его умирает. Режиссеры будущей сцены, учитесь же, глядите во все глаза, как нужно любить жизнь, отдавать себя без остатка, упиваться ею, хитрить, окружать себя талантами, с которыми никогда не скучно.